Всем привет, дорогие друзья, с вами Данис и... Олдгеймер. Мы продолжаем играть в Quake 3-арену. Столько стало, как видите, больше, чем 5. Потому что я проиграл когда-то. Какой-то, кстати, был довольно странный. Фейл даже можно запомнить. Может, я проиграл за телепорт. You have lost the lead. А, уже зареспаунились. Короче, другое сделать. Чего, как я сбил, вообще плевать. Я уже, кстати, ее почти прошел. Ну как почти? Уже где-то на половину медальки я прошел. Так что скоро ждите у меня на канале. Да что ж. Да надоело. Ого! Кто-то меня убил, а кто? You have taken the lead. You are tied for the lead. You have lost the lead. Да, я у нас был воспользоваться за for the lead. Так, а дальше ты куда идти? Началось. Одно животное. You are tied for the lead. А, ты спаунился. Three frags left. Two frags left. One frag left. Животное, сиди пару секунд и выходим. Стараешься такое? Да уж. Так, первый гор. Слэш. Angel. Только бы послышалось. Когда? Сейчас.
нахрен Mortal Kombat. Mortal Kombat, блядь. Кто боевого включил, скотина? Сейчас. Чудо, дай мне калаш. Это немецкий калаш. Да тут просто если тревогу включаешь и бесконечно резко включаешь. 5 хп, это же так много, да? Вообще это фигня. Особенно когда у меня в метайке 20-ник, это меньше хп. Да кто все тревогу тут включается, да буквально? Косой, стрелять научись буду. Тревогу это нам покой сейчас дают. Мне вот с пожестче пошли, уже с одного патрона не убивается. Падает за ритмом. Игра старая, но ты как вот, реально. Поиграйте сами, не поиграйте. Так, это вообще классика шутера по второй мировой. Да-да-да. Пофигу, что ж ты там опять патроны пистолет. Все нормально, что ли? Тут тоже будет член, когда я посмотрю, не разберется. Ты меня вспомнил. Какие у меня там щипаты? А я вообще с нулем попробую, да, у них на самом деле. Попробуй с нулем победить. Ну да, с нулем ты не можешь просто. Каждого убить надо контрольно делать обязательно. Без этого не беда. Все, у нас автоматом. Лови гранату. Прикинь, меня убил и самого себя убил. Что делать? Теперь я буду стрелять. Блин, такой забавный скрипт. Может ходить после баловаться. Вторая. Вторая карта, это вот круга, скажем, пройдена. Флэш. Что закрыто ты везде? Ну я попробую делать по два круга.
Я по одному делал. Куда ты пошел, он стоит? Тут идти, тут столько лабиринтов, чем проблема там. Горень. Какой проблемыш. Вообще по барабану, что вы с обоим у нас целый высаживаешь, а вы еще живете, блин. Представляешь, что человека реально вот убьет мысли. Дайте мне все низ. Чё тебя нахрен за... Класск. Ну чё, ещё повеселиться, ещё парочку немцев тут призвать. Ну да, это карта. Слушай, вот стреляет, сразу умирает. Что такое? Мне нравится козлы, а вот он. Ведь вас еще на видео убивает. Да.
появился на месте их респаун. Я знаю, сейчас я его включу. Сначала из окна выходим. О, собачка. Трогай меня, порвала там. Какая пустача уж очень. Я, конечно, комментарий не по теме, но, блин. Блин, мне очень важно сейчас пройти эту игру до конца. Я хоть не играл, но давно я уже реально ничего не помню. Поэтому вот восстанавливаю. Знания потерянные мне. Думаю, Иван, почему бессмертная такая? Стреляешь, понимаешь. Такая бессмертная. Что я тут делаю? Собаки, он не доехал. Я не пискал, спрашиваю. Мы все навалим, спрашиваю. Ты у меня так кажется, спрашиваю. Да сдохни ты. Во-во-во, блин, чуть-чуть пояс не сбил. Не представляю, на рельс так полез. Надо всех успокаивать, там стоит, не знаю, штук 40 патронов, как они сбили. Плохая собачка, плохая. Схуй, собак больше, чем фрицы, блин. Это реально. Взрывать что ли надо? Да вообще косой стрель. Собака отвалит меня. Я уже штук 6 убил, но все равно не продолжает собак отвалить. Да. Ты же дохнет. Должен был. Да. Ладно. Спасибо за приглашение тебя. Да. Берите вперед, где я буду, потому что если у вас не будет. Жестокие козлы. Ты еще не прошел, что ли? Еще не прошел? Да я ж тебя убил, ты чё вообще? Карта там весёлая, вот. Ну а чё веселее, не пулемётчик убивает, в этот раз. Да! Да! Чё, словил пулю, скотина. Конечно, меня убивает вторая пуля. Вообще офигеть. Да как же я так сохранился-то, а?
ну нафиг, я что-то неудачно сохранился на перегрузке. Какой эта штука-то называется на русском переводе? Вот то, что ты... А, рейлган так и перевели. Я уже думал, что-нибудь похуже напишет. Типа там, я не знаю... Электрическая какая-то лазер включи. Давай. Он тебе вообще не надо у него душу. Как так? Врачи, что ли? Он таксик. Вообще звук. На, тебе точно переименоваться. Что это такое? О, Тарасенька. Он Луиз. Из Гарри Поттера. Если вы понимаете, что. Я сделал это, я ноль сделал. Фух. Очень неплохо. Четвертый, ну мы все ближе и ближе к финалу. Фух. Ну давайте еще один круг пойдем нафиг. Враг Танжкуру. Может, Танжкуру, враг какой-то. Ангел, блин. Рон Тарастенко. Смотри, Евтай, кажется, что-то это было, блядь. Мягкий знак, как будто первая буква была. Ну, так был мягкий знак, да. Ты что, даже Рон Тарастенко? Да покачи. Разработчики, кто эту игру скритировал и так далее, у вас проблемы с речью. В прямом и переносном смысле. Как можно было парня взять ровно в трассе? Это не советский. Современный. Каким бы был бы фильм Рон Тарасенко? А прикинь, был бы фильм Рон Тарасенко.
победу из подпункта нашим дорогом. Возможно, товарищ, хотя, может, и не Анюк, может, и Венька. Вон Тарасенко, ты купец, конечно. Звали вот тот, кто бегает здесь. Если кому понравится так чувака называть. Сдор. Такой сдор, что капец. Молния! Блин, за заряды, что всякая молния.
посмотрел на нее и даже пить не стал. Думаю, животные сходят с ума в очередной раз. Опять ноль фрагов у них. Как он так долго убивает, блин, честно. Люси. Байкер. Люси. Байкер. Патриот. Патриот. Танк Джуниор. Таншкура. Видел? Да.
Ну я все на комментариях. Нам же надо было написать, что не смуркали. Ты себе представляешь вот такое оружие под названием Тробов? Да. Аптечка, если тебе мало хп, можно будет на интер нажать, и от тебя хп восполнится. Чё ты так любишь в кислоте купаться? Давай, фраги тебе идут. На интер быстрее! Дед Мороз сказал, когда тот играл. Знаешь, говорю, что сказал Дед Мороз, когда киноман играл? Ну? Играй, су. Вот знаешь, что такое су? Су — это вода по-татарски. Не это, не подумайте неправильно. Думаю, что я матерюсь. На самом деле, суд самая настоящая вода. Я промолчу.
Что-то у вас борьба какая-то очень странная. Очень затянутая. Да, у тебя хп так много. Тебя байкер догоняет по фрагам. Если его сейчас не убить, то он будет дальше там всех гасить. Нельзя врагов недооценивать. А, это паншкура вообще. Нифига у него там этих-то было. Да уж. О, вот этот самый веселый уровень. Слэш. Гор. Да. Луси. Если тут одну пушку найти. Если туда вот нагануть. Рак. Там же отверстие, это чё? Наверх. Наверх, наверх. Да заследи. Давай быстрее, а то он сейчас пушку у тебя тут берёт. Все, ГГ. Ты что мне говоришь? Если сложно ждать выиграть, то это будет жопа. Thank you.
играет, да? А то я из-за этой комби скайпа ни хрена. Ты что, слышь, походу обгоняет сверху все. Плюс пошел. Байки растоплен. Еще кому-то там что-то подарил. Расходу. Это уже 100%. Горен! Трипл килл, наверное. Нет. Телепорт спуг. Горе был мне нужен просто. Вон опять тут. Твой сержант уже, по-моему, перекурил и сигарел. You have taken the lead.
понял, знаешь, разноцветный с глазами. Сам себе еще. Знаешь, какое-то новое оружие дробов называется. Метод дробов убивает людей. Смысл тебе брать этот мега пока череп. Нет, но обычно такие вещи надо выключать фрапс, снова включать. Меня там убили или нет? Как видишь, ты еще бегаешь, спасибо. Он тебя, видимо, еще не нашел. А я его не нашел. Вот враг убей.
Ну да, тут эти 20 фрагов не убиваешь, на самом деле, как бы скучно, долго. О, он тебя переплевывать уже начал. Можно уже умирать. Надо как-то его убить. Ну, какая разница, он тебя два раза подряд убил, за одного ты уже. Как-то еще беспонтовая такая. О. Я вышла беспонтовая. Ну не понятно, почему у них разноцветный букот написан. Зачем так разрабы сделали? Интересно, сколько они над персонажами трудились? Потому что их там реально вот много. Че он там написано, я чувствую жалосы. Че за бред? Да уж. 7-7 счет. Думаю, и на равных. Пока что.
ДКПРом, это же так много. 15-51. Да, а был тут. Ну что, мы будем вот так конечно, что летать туда-сюда. Сколько? Ой. У тебя было меньше фрагов, 5 фрагов, у тебя здесь 2. Кто-то чем-то громыхает. Не главное, сейчас вот это. Это на последнее. Последнее. Ой, в круге, да, все видно.
Да, ты проигрываешь, однако. Держи себя в руках. А? Держи себя в руках. Что это вот такое? Это кое-кто. Я знаю. Я видел кое-кого, он тебя сейчас поймает. А этот, как его? Ты знаешь, это иллюзия. Что это? Какой-то скейтборд. Да. Скейтборд. Писал себе так. Я не желаю эту хрень переигрывать. Слишком надолго надеяться с тем, что... Если, конечно, там надо будет 20 правил. Просто может тут так, что такая нудная карта, такой нудная. Я же не играл, я же записывал все это. Я же все на себе испытывал, как ты думаешь. Хотя при этом он один. Ладно, спасибо. Слаги. Офигеть. Салаги он. Yes.
кстати, вот это такое место. Куда деваться-то? Так. У меня ж так много хп, да, Ро? Что делать? Понял, дай. Блин. Главное, смотри, написано на телевизоре. Сейчас будет да-да-да. Что вы делаете сегодня вечером?
есть. Миллер, я буду убивать тебя, скотина. Тарасенко победил. Ну и все, на этом мы с вами заканчиваем. И всем до новых встреч. Мы уже приближаемся к финалу. Всем пока. Пока.